Арт-объект, символизирующий заботу человека о природе, вблизи реки Барнаулка разрисовали неизвестные молодые люди. Они раскрасили ногти на бетонной скульптуре рук. Ну, вроде бы молодые люди такие серьезные. Я бы не сказал, что какие-то такие хулиганы. Просто у них вот точка зрения какая-то другая, отличная от всего. Но они говорят, нам очень понравилось, нас вдохновила эта композиция, поэтому мы захотели сделать ее лучше. Ну, объяснение я вот, ну, если честно, для меня это было непонятно. Злоумышленников задержали с поличным, после чего сотрудники полиции сообщили об инциденте одному из создателей инсталляции. Он связался с молодыми людьми. Они пообещали устранить последствия своего поступка. Уже сегодня они должны приступить к работе и вернуть арт-объект в исходное состояние.